Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Извините, пожалуйста. Простите. Я каким-то совершенно непонятным образом забыл свои таблетки. Успокоительные. У вас есть что-нибудь подобное на борту? Да, конечно. Валерьянка или пустырник? Понятно. А что-нибудь более серьезного не имеется? К сожалению, могу предложить только это. Вам плохо? Я, видите ли, очень сильно боюсь летать на самолетах. У меня бывают панические атаки. Если можно, хотя бы валерьянку и пустырник, только с водой, пожалуйста. Да, конечно. Не переживайте, я постараюсь помочь. Спасибо. Не волнуйтесь. Чего там? А ничего, молодой человек летать боится. Что за мужики пошли? То паника, то аллергия. Просто невозможно. Прошу прощения. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Осторожно. Затяните ремень. Ой. Давайте я возьму. Спасибо. Ага. Я правда думаю, что это вряд ли мне поможет. Извините, я ничего с собой, к сожалению, не могу поделать. Вы не переживайте, эта турбулентность это скоро пройдет. Я знаю. Это турбулентность. Самолеты падают исключительно, когда они взлетают и садятся, но... Дышать нечего. Вам нужно глубоко вдохнуть. Давайте со мной на счет три. Раз, два. Глубокий вдох, три, выдох. Раз, два, три. Несколько раз повторите так. И дышите глубоко. Все будет хорошо. Скоро это прекратится. Я вам обещаю. Не переживайте, все будет хорошо. Как вас зовут? Антон. Антон, очень приятно. Антон, если вы едете по дороге, и у машины колесо попало в яму, вам страшно? Нет. Здесь то же самое. Ничего страшного нет, все будет хорошо. Я вам обещаю. Вот видите? Извините. Не вы первый, не вы последний. Спасибо.
Спасибо вам огромное, я бы вас правда не справился. Да не за что. Скоро посадка. Все будет хорошо. Спасибо. Понимаешь, каждый раз 12 часов лететь, я не могу не сесть, ничего. Так постоянно, каждый раз. Это, кажется, к тебе. А вы меня простите, я хоть как-то хотел выразить свою признательность. И вот моя визитка, на случай, если, не дай бог, будут какие-то жизненные сложности. Ну, работа нужна будет или что-то еще. Всегда рад вас видеть. Летайте рейсами нашей авиакомпании, тогда мы с вами точно увидимся. Спасибо. Да. Простите, как-то глупо получилось. Нет, нет, ничего страшного. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Господи, почему каждый день одно и то же? Почему они думают, что это нормально, что ты можешь так подойти просто это взять, дать визитку? Женя, впервые в жизни к тебе подошел нормальный мужчина, а ты себя так ведешь. Я вообще-то замужем, Кира. Привет, Женька. Просто я не услышал, как ты вошла. Я весь день у компа. Браться я не успел. Ну да. Броня крепка, и танки наши быстрые. Молодец. Это же самое главное. Да какие танки? Я вообще только что включил. Весь день этот макет согласовывал. Поиграйте со шрифтами. Этот белый слишком белый, этот красный слишком красный. Клиенты адовые. Жень, я вообще, блин, так устал. Бедняга. Что у нас на ужин? Костя. А? Я вообще тоже устала. Я, между прочим, каждый рейс по 20 километров наматываю. По проходу туда-сюда хожу. Ну, началось. Что началось, Кость? Я точно так же устаю, как ты. У меня сегодня рейс, у меня вчера рейс, мне завтра опять в рейс. Я ноги до крови стерла, видел, нет? А меня ты в чем обвиняешь? Я ж тебе 100 раз говорил, ну, найди там нормальную работу. В чем проблема-то? Истеричка. Жень. Жень. Поехали на море. Ну, отличная же идея. У тебя неделями дома нет. Пашешь без отдыха. Устаешь, злишься. Надо обнулиться. Отдохнуть. Не злись на меня, слышишь? Не злись. Не злюсь. Точно, точно? Точно. Завтра же напишу заявление на отпуск. Жень.
жаловалась в профсоюз, а толку? Профсоюз, значит, в транспортную прокуратуру надо жаловаться. Здравствуйте. Привет. Можем в министерстве письмо составить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Евгения, вы отличный специалист. Квалификация и производительность труда у вас на очень высоком уровне. И наша компания ценит вас как отличного специалиста. Да, отличного специалиста, высокого уровня. Но мы вынуждены вас уволить. Почему уволить? В чем причина? Причина в отсутствии высшего образования. Понятно. Я просто не понимаю, почему. Ну, я закончила лингвистическую школу, я закончила 3 курса иньяза, у меня 2 языка. Ну, что еще нужно? Я не понимаю. Ну, свет клином не сошелся на этой конторе, Жень. Будешь летать, просто в другой форме. Да нет, это все понятно, что я разошлю резюме в разные компании и так далее. Но это займет около месяца. И потом, ну, ты понимаешь сама, что на костную зарплату мы не проживем. Поэтому вообще непонятно, что в этой ситуации делать. Может, есть какие-то варианты, как вот, чтобы сразу работать начать. Нет, это не вариант. Нет. Вице-президент серьезной компании. У него в штате там человек 1000. Это значит, что нужны секретарши. Кир, какие секретарши? Если бы ему нужна была секретарша, он бы обратился в отдел кадров. Ну, явно не раздавал бы визитки в аэропорту девушкам. Приличный человек. Постоишь на ресепшене, поулыбаешься, потом найдешь другую работу, либо останешься. Нет. Все, эта тема закрыта. Женя, сиди без работы. Ты спросила, я конкретно предложила. Да подожди, ну как я буду звонить незнакомому человеку и спрашивать вот такие вещи? Я бы позвонила. Костя. Костя. Кошмар. Что? Что ты смотришь? Что ты хочешь? Ты все время на этой работе. Все время занята. Я мужчина. Мне что делать? Это что такое было? Да блин, кто знал, что она сейчас придет? В смысле, кто знал, что она придет? Ты же, ты можешь быть. Давай потом вообще поговорим, я тебе позвоню. Ты что, не знаешь, когда у нее рейс или все, что? Все, говорю, пока. Ты что делаешь-то? Слушай, ты успокойся, а? Видел. Ну что, ты в этот свой Ростов, что ли, поедешь? Представляю, что тебе там скажут. Слушай, давай поговорим, а? Thank you.
Давай. Жень, такая хорошая. Знаешь, если бы я была мужиком, я бы женилась на тебя прямо сейчас. Да. Я вообще не знаю, что им надо. Ты красивая, честная. Да. Я убираюсь, понимаешь? Я правильная. Я хорошая девочка, предсказуемая. А надо, видимо, чтобы была, понимаешь, загадка. Чтобы, не знаю, ты вела себя как истеричка. Какие-нибудь скандалы. Нет, нет, прекрати винить себя во всем, понимаешь? Женя, послушай. Дело не в тебе, а в окружающих. Конкретно вот в этом животном, понимаешь? Вся. Ого! Просто Е. Где визитка? Какая? Визитка. Мы брали в аэропорту. Визитка. Подруг, давай завтра, пожалуйста. Нет. Почему завтра? Давай сейчас. Давай сейчас. Доставай. Точно? Будем звонить. Давай. Давай. Так. Так. Демид Фантон Геннадьевич. Вице-президент. Yeah. Так. Вице-президент, я понимаю. 925, так. Да, слушаю. Здравствуйте, Антон. Это Женя, стюардесса из самолета. Да, да, конечно, припоминаю. Антон, вы... Помните, вы мне сказали, что если что-то случится, можно к вам обратиться за помощью? Да. Так вот, случилось. Пришлось уволиться с работы. Хотела уточнить, есть ли возможность работать в вашей компании? Официально, конечно. Вы знаете, я хотел вам предложить работу не совсем в компании, а скорее частную. Это видишь? Честно. То же самое. Все то же самое. Возьми. Возьми. Я не буду с ним говорить. Алло, алло, вы меня неправильно поняли. Я хотел вам предложить работу няней. С моим сыном. Просто, когда вы помогли мне тогда в самолете, я увидел, что вы очень хороший человек. И, возможно, вам удастся с моим сыном поладить. Это сложная и, поверьте, очень хорошо оплачиваемая работа. Извините, пожалуйста, но у меня такого опыта нет. Да опытных мы уже пробовали. Мне кажется, здесь дело в самом человеке. Давайте я вам скину адрес, и мы завтра пообщаемся с вами. Ну хорошо, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в 302. Ваше имя? Бельчикова Евгения. Да, проходите, 33 этаж. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы вообще про них читали? Да, ну и что, что дешевле? Потом рванет все к чертовой матери, оно мне надо? Здравствуйте. Так, Игнат, это разговор невзрослого человека, правда. Я слышу одни оправдания, а мне нужно дело. Мне нужно, чтобы вы делали дело. Все, я сказал оформлять. Оформлять я все заверю, да. За перерасход перед Геннадием Борисовичем я отвечу лично.
Так, Игнат, я повторял вам 100 раз и больше не собираюсь. Все. Созвонимся в другой раз, у меня дела. Извините. Работа. Ничего. Я к вам на собеседование. Я догадался. Только я вам сразу хочу сказать, что у меня никакого опыта в работе с детьми нет. Угу. Кроме моей младшей сестры, и все. То есть... А мне кажется, то, что у вас нет опыта, это очень хорошо. Ну, правда, сын устал от профессиональных людей. И я думаю, то, что не получалось у них, получится у вас. Ну что, пойдем знакомиться с пассажиром? Да. Сюда. Коля, сынок. Секунду. Пойдемте. Привет. Так, молодой человек, с вами, кажется, поздоровались. Привет. Коль, ну очки сними, ну что ты как невоспитанный у меня? Коля, сними очки. Ну что ты как невоспитанный? Это... Женя. Твоя новая няня. Хорошо, все. Коля. Очень рад познакомиться. Я, конечно, и сам могу о себе позаботиться, но думаю, мы найдем общий язык. Все. Ладно, пойдемте. Так. Ну что же, вы готовы приступить? Да вы что, сейчас? Так, а чего медлить? Тем более, тестовое задание вы прошли, с ребенком познакомились. Я буду поздно. А, совсем забыл. Ваша комната дальше по коридору направо, постельное белье, полотенце, там все есть. Подождите. Да! В смысле? Подожди, мы же с ними говорили в прошлую среду и договаривались о скидке. Ну и ты... И ты хочешь сказать мне, что комплектующие туда не входят? Значит так, слушай меня, дорогой мой. Я сейчас приеду, а ты им скажешь, пока меня нет, что так дела не делаются. И пусть они... Пусть они соблюдают себя в руки. Чё, еще и с ребенком посидим? Отлично. Я еще с детьми не сидела. Все будет хорошо. Вперед. Ага, сам он о себе позаботится. Thank you.
Коля, обед на столе. Сдачи не надо. Добрый день. Добрый день. Вы новая няня? Да. А вы? Отлично. Сделай мне ванильный раф, пожалуйста. Коля, там какая-то женщина пришла. Какая гадкая. Нет, ну почему сразу гадкая? Нет. Длинная, высокая? Да. Это кто? Это папина, Илона. А. Поняла. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Жень, и давайте присоединяйтесь к нам. Давайте, давайте. Хорошо. Мне кажется, предыдущая няня с нами не ужинала. Я ей много раз предлагал, она просто стеснялась. Ты не помнишь. Хорошо. Садитесь, садитесь. Ну, если вы, конечно, не решили нас травить. Нет, ну что вы. Хотя, если решили, я думаю, это будет очень вкусно. Ну что, как прошел первый день? Ужасно. Простите, я... Ничего-ничего. У этого юного джентльмена всегда все ужасно. Я прав? Может, ты как-то на отца отреагируешь? Перестань играть с едой. Я наелся. Не стоит. Не стоит. У нас, знаете ли, это в порядке вещей. Не потакайте. Женя, Антон говорил, что вы раньше не работали няней. Не работала. Да-да-да, я была стюардессой. Тоже хорошо. В таком случае желаю вам удачи. С этим ребенком она понадобится. По-моему, прекрасный ребенок. Вы знаете, у меня на рейсе иногда взрослые ведут себя как дети. Они паникуют. А вот это вот правда. Хотят из самолета выйти. Да. Милый, я очень устала и пойду в спальню. Ты пойдешь со мной? Жень, спасибо огромное, все было очень вкусно. Да, действительно, все неплохо. Пойдем. Предыдущая няня была с опытом. Взрослая, серьезная, а это что? Ну что это? Я ей вполне доверяю. Ты ее первый день знаешь. Думаешь, я не вижу, как она на тебя смотрит, улыбки, все эти переглядки. Ило, ну что за бред? Ну... Это не бред. Что, мало таких историй? Появится такая фифа в доме, вотрется в доверие, а потом уже поздно. Ну что поздно? Все поздно. Она пришла, видит, дом богатый, мужик хороший. Хозяйкой-то лучше быть, чем прислугой. Ну какие проблемы? Занимайся сама домом. С Колей сиди. Антош. Это неконструктивно. Илон, мне надо кажется то, что ты говоришь. Неконструктивно. Да? Ну чего ты, ну правда. Главное, чтобы Коля был доволен. И чтобы папе Коле было хорошо. Да?
Привет. Чего делаешь? Чего? Какой красивый. Увлекаешься? Это мама подарила. Уйди. Извини, пожалуйста. Я сказал, уйди. Хорошо, извини. Подожди секунду. Пап, ну скажи, ты всем своим сотрудникам в 3 часа ночи звонишь? Может, я тебе звоню не как начальник, а как папа? Хорошо, папа, внимательно тебя слушаю. Я про завтрашнюю сделку. Ты проверил договор? Пап, ну какого черта? Ну... Могу я, как отец, убедиться, что мой сын выполняет свои обязанности? Конечно, можешь, отец. Я все проверил 1001 раз. Так проверь в 1002. Будь добр. Я за водой. Я воды вышла попить. Извините. Все хорошо. Да. По ночам манили с кухни голоса. Тоненько сосиски, басом колбаса. Ну что же. Да, поймали с поличным. Не понимаю, почему вечером вредно есть, в холодильнике вон специально лампочка придумана. А и то правда. Бутерброд? Нет, спасибо. Ну, тогда я сам. Жень, вы простите нас. Илона, она, ну, как сказать, слегка импульсивная девушка, да. Я понимаю, не переживайте. Как вам Коля? Хороший ребенок, прекрасный. Да, он раньше совсем другой был. Открытый, отзывчивый. Но после того, как от нас ушла Карина, он как-то изменился. Как будто подменили. Карина – это моя бывшая жена. 3 года назад она ушла от нас. Ну, как ушла? Скорее, убежала. Теперь у нее новый муж, новая жизнь. Живет где-то в Дубае. Ладно, доброй ночи. Добрый. Да, документы я подготовил, отправлю их вечером. Да, ну конечно. Естественно. Доброе утро. Вставай, вставай, вставай. Папа сказал, надо задание на каникулы делать. Коля! Коля, это не смешно! Коля! Коль! Абонент временный.
Кира! Слушай, слушай, в общем, срочно, пожалуйста, найди охрану в аэропорту. Мой мальчик тут решил в Дубай сбежать. Умкой, да. Зовут Николай Демидов. Пусть они его задержат, но сильно не пугают. Значит, с виду лет 10. Светленький, худенький, карие глаза. Я тебе сейчас его фотку пришлю, хорошо? Оля! Оль! Господи, слава богу. Девушка, 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 подождите, вы, собственно, кто? Я... Это мама твоя? Да. Мамаша, ну что же это за фокусы? Ребенок ходит, бродит один по аэропорту, без заявлений, без сопроводительных документов. Он у вас чуть в Дубай не улетел, его задержали уже на паспортном контроле. Ну, я не досмотрела, я виновата. Вы меня извините, пожалуйста. Не досмотрела? В таких ситуациях мы обязаны вызвать полицию, и они должны привлечь вас к ответственности. Нет, 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 я вас прошу, давайте мы не будем вызывать полицию. Вы видите, ребенок напуган, я тоже перепугалась. Простите нас, давайте мы пойдем. Пойдешь с мамой? Да, меня никто не обижал и не бил. Я сам убежал. Она не виноват. Спасибо большое. Извините, извините, ради бога. Поаккуратней, мамаша, в следующий раз. Аэропорт все-таки. Давай, иди. Причем? Здрасте. Женя, где вы были? Гуляли. А телефоны? Ну ладно, он никогда не берет трубку, но вы. Извините, пожалуйста, у меня разряжен был. Женя, вы должны сообщать мне о своих планах и всегда, я подчеркиваю, всегда быть на связи. Я думал, вы это понимаете. Пап, ну, пожалуйста, не ругай Женю. Все же в порядке, правильно? В первый и последний раз. А ты бегом мыть руки. Ну? Извините. Может, я гляну? Давай. Держи. Кажется, контакты отошли. Дай мне какую-нибудь зубочистку или что-нибудь в этом роде. Пинцет хочешь? Пинцет? Ну, да. Держи. Угу. Ну вот, должна работать. Спасибо. Ты прости, что я убежала просто. Мама куда-то уехала, я не понимаю, ну, почему она нас бросила? Хотел поехать к ней. Найду, думал, увижусь. Просто... Понимаешь, мне папа никогда ничего не рассказывал о ней. Ничего. Твой папа? Он тебя очень сильно любит. Да не любит он меня. Очень любит. Нет, он меня не любит. Неправда. Постоянно проводит столько времени на работе, что даже не следит за мной. Просто твой папа хочет, чтобы ты был лучше всех. И чтобы у тебя было все. Мне не нужно всего. Мне просто мама с папой нужны. И все.
Все будет хорошо. Мы, кстати, катались на карусели. Я в тигре стрелял. Мы в ату ели. А еще мы, кстати, кормили батоном уток, белок и кошек. Ну что, подружился с Женей? Да, она классная. Я читала, что белки – переносчики бешенства. Их не то что кормить, к ним даже подходить опасно, тем более ребенку. А ты их тоже кормила? Нет, Коля, я никого не кормила. Странно, не кормила такая. Коля. Женя, Жень, вы простите меня за эмоции. Но я просто очень испугался, когда не мог вас найти. Так, давайте мы больше не будем извиняться. Хватит. Все, хорошо. Больше не извиняемся. Все. Просто я предлагаю как-нибудь вместе в этот парк сходить. Давай. Нет, ну тогда лучше в зоопарк. В парке же вы уже были, получается. Пап, ну что там в этом зоопарке? Там же звери в клетках. Скучно. А хочешь полетать на авиатренажере, где пилотов учат? Так. Это типа компьютерной игры? Не, это типа реального самолета. С настоящими кнопками, штурвалом, с рациями. Там все как в настоящем самолете. И ты должен посадить самолет в грозу. Полетишь? Угу. Так. Значит, борт 367. Даю разрешение на посадку. Я не могу садиться, у меня этот отказал двигатель. Внимание, заходите на второй круг. Вам нужно выработать топливо. Внимание. Есть, заходите на второй тише, круг. Тише, аккуратно. Борт 367, оставайтесь на связи. Так, а то турбулентность, а? Вам черт, нужно выработать что? Топливо. Как ваши дела, борт 367? У меня все хорошо. И... Завершение второго круга. Даю разрешение на посадку. А так можно внимание, садиться? Внимание! Можно садиться. Даю разрешение на посадку. Так, все смазано. Не дергайтесь. Так, готовы? Да. Трудом. Да. Ну, все смазано получается. Так, уважаемый пассажир, мы с вами прибыли в город Москва. Отлично. Благодарим вас за полет. Да, пап, привет. До тебя как до Смольного не дозвонишься. Прости, много работы. Давай по существу. Ты мне лучше скажи, как там дела у моего внука-то? Прекрасно дела, замечательно. Про юбилей не забыл? Пап, ну что за вопросы? Конечно, помню. Как и обещали, будем с Колей. И со своей подругой. Пап, пап. Ты мне не папкой, не папкой. Дал слово, держи. Я хочу знать, на кого своего внука оставляю, понял? Я от своих слов не отказываюсь. Будем втроем, как и обещал. Ну ладно, ладно. Соскучился я по вам. Жду. Мы тоже, обнимаю тебя, пока. Гаденыш. Коля! Вот видишь, как здорово получилось. Молодец. Я говорил, природу ведьми не любишь. Вот гаденыш. Коля! Коля, это ты мою плойку брал? Ну, я же быстро, я не специально. Коля, ты ей листья жёг? Что, ты обалдел, что ли? Ну-ка, успокойтесь, дай сюда. Пожалуйста, он же не специально. Ну... Ты кто такая, чтобы меня успокаивать? Коля, подойди ко мне. Коля, подойди ко мне сюда сейчас же. Сейчас же подойди, я сказала. Поэтому тебя мамаша и бросила. Так, я не понял, что здесь происходит. Антон, ты бы видел, что она себе позволила. Посмотри, что Коля сделал. Пошла вон. Поняла? Нет, ты пошла вон. Антон. Вон, я сказал. Так, да? Только он сам не приходи. Как скажешь.
Да еще кто кого бросает. Антон, может быть, перекусить хотите? Бутерброд? Нет? Послушайте, это я виновата, не досмотрела. В чем виноват? В том, что я связался с этой дурой? Господи, какое позорище. Очень стыдно перед Колей, правда. А еще я очень сильно боюсь, что он опять перестанет доверять мне. Замкнется и закроется. Не замкнется. Ладно. Уже поздно. Жень, подождите еще минуту. Мне нужно с вами поговорить. Давайте сядем. А, да, конечно. Давайте. Тут такое дело. Скажите уже, как есть. Вы должны заменить Илону. В смысле? Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Давайте я объясню более подробно. Сделайте одолжение. Да. Мой отец начальник не только на работе, но и в жизни. Человек старого порядка, строгих правил, и для него основополагающим в этой жизни является семья. А у Коли должна быть мама. Ну а я, ну что я, посмотрите на меня. У меня нет абсолютно времени на личную жизнь. До этого вечера с вашей личной жизнью все было в порядке. Нет. С Илоной мы познакомились пару месяцев назад, это все как-то пошло произошло. Но еще до этого я говорил своему отцу, что у меня серьезные отношения, понимаете? И потом появилась Илона, и они закончились. Да не было вообще никаких серьезных отношений. Я все это сказал исключительно ради того, чтобы угодить своему отцу. Но буквально недавно он стал просить меня о том, чтобы я познакомил его со своей девушкой. Мифической девушкой, которой нету. Ну, он просил, я оттягивал. И? В итоге появилась Илона. Я пообещал познакомить их. Я не понимаю. Ну, вы, ну, скажите правду. Скажите, нет. Что она заболела. Нет, правду говорить невозможно. Я уже пробовал. Второй раз это точно не пройдет. Если отец узнает, что Коля сидит с какой-то посторонней теткой, я боюсь, что... Извините. Нет-нет, я не про вас сейчас говорю. Я не про вас говорю, вы замечательная. Извините. Если он узнает, то меня отправят в бессрочный отпуск. Отдохнуть вам не помешает. Помешает. Очень сильно помешает. Правда. Дело в том, что я сейчас закупил новое оборудование. Это моя инициатива, и это все лежит на мне. Отец собрался на пенсию, ищет замену. Выбирает между мной еще одним родственничком. Так вот, если он выберет этого человека и поставит его во главу завода, все рухнет. Дело моей жизни рухнет. Вы понимаете, насколько для меня это важно? Я не понимаю, как я вам могу в этом помочь. Вам удалось понравиться Коле. А это многого стоит. Значит, вам удастся сыграть мою девушку и всех очаровать. 50 тысяч. Что? 100 тысяч. Ты... Нет, 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 нет. Вы о чем вообще говорите? Жень, мы уезжаем завтра на 2 дня. У вас есть время подумать. Спокойной ночи. Сто тысяч рублей. За 2 дня? Да. Это сумасшедшие деньги. Ну, просто это уже за гранью. Я же не какая-нибудь там. Ты не какая-нибудь там, ты няня. Просто раньше у тебя был один ребенок, теперь 2. Ну так в том-то и дело, что я с работой няни не могу справиться. А теперь надо еще невесту изображать. Бедная ты, бедная, у тебя очень тяжелая работа. Ну хватит, хватит, прекрати, ну я серьезно. Подруга, хочешь серьезно? Давай поговорим серьезно. Тебе предлагают несложную работу на 2 дня за огромную зарплату. Ты еще думаешь? Ты можешь квартиру себе снять. Ты можешь спокойно думать и искать, что делать дальше. Кстати, может быть, работа вообще не понадобится. Потом тебе, понимаешь? В смысле? Ты про что сейчас говоришь? На что ты намекаешь, ты? А? Может, у вас что-то там... Нет. Куда-то... Нет.
Я вот буду работать няней, как я работала. А все остальное нет, не про меня. Жень, ты странная девушка, правда? Итак, что вы решили? Понятно. Антон, вы извините, пожалуйста, если я вас как-то подвожу. Жень, доброе утро. Доброе утро! Так, яичница. Фу, яичница. Не хочу яичницу. Не хочешь? Так, садись, ешь то, что приготовили. И давай не рассиживайся, нам собираться пора. Давай, ешь. Хлопья с молоком будешь? Да, давай. Хочешь, давай тебе сделаю. Да, ну, все, сейчас сделаю. И бутерброды вам с собой в дорогу соберу. И тебе помогу собраться. А ты, кажется, с нами не едешь? О, все. Молоко у нас все. Я сейчас схожу в магазин, куплю новое. Будут хлопья с молоком. Привет, Женька. Ты откуда здесь? Да какая разница? Есть разница. Следишь за мной? Ни за кем я не слежу. Просто шкет какой-то выложил фотку в интернет. Тебя отметил и место. Ну ты, Костян, в разведке можешь работать. Крутой. Что ты хочешь от меня? Слушай, давай заканчивать вот это вот все. Я погулял, ты погуляла. Я тебя простил. Давай ты тоже не будешь там. Что? Я говорю, домой поехали. Плохо мне без тебя. Подожди, а что ты мне простил? Слушай, хватит говорить эту фигню, а? Ты думаешь, мне вот легко смотреть на эти фотки, как ты там с каким-то мужиком обжимаешься? У меня тоже гордость есть. С каким мужиком? Кость. Ну ты скотина, конечно. Ты выбирай выражение. Не трогай меня. Я вообще-то мириться не трогай, здесь люди ходят. Ты что себе возомнила? Дура! Ушел отсюда! Бросит тебя хахаль, ко мне даже не суйся! Дебилка! Ух ты! Здорово! Чего не поел? Подарок к дедушке собираю, видишь? Угу. Красивый. Давай помогу. Ну, не знаю, как хочешь. Вот, держи. Угу, давай. Видишь, там по линии отрежь. Угу. Я уже все понимаю и уже не маленький. Если не хочешь ехать, так скажи. Нет, я хочу, я бы с удовольствием. А в чем проблема? Просто понимаешь, папа вчера был очень расстроен. Я подумал, было бы здорово, если бы ты вместо Илон поехал бы. Просто мне очень хочется, чтобы у меня на празднике была мама. Ну, хотя бы понарошку или, не знаю, как-нибудь. Ну, ладно. Осталось только раскрасить, подписать, прикрепить некоторые детали. Держи. Угу, спасибо. Угу. А мне поможешь? Как?
чемодан собрать. Ю-ху! Итак, отца зовут Геннадий Борисович. Я уже успел сказать, что вам 25 лет. Да, неплохо. Что вы модный парикмахер-стилист. Уже хуже. И что вы пишете стихи? Совсем нехорошо как-то. Пап, ну мне кажется, что стихи это лишнее. Давай, как его, вегенератство. Вегетарианство, грамотей. Да, вы вегетарианка. Давайте, может, про стихи запомним, а про вегетарианство не надо. Нет, тут никак не получится. Я отцу сказал, он запомнил, даже переспросил. Сегодня будет тихий семейный ужин, а завтра уже светское мероприятие. Светское мероприятие? Да. Да вы что, у меня с собой вечернего платья нет. Не проблема. Заедем, купим, я все оплачу. Нет, нет, нет. Мы, конечно, заедем, но я сама в состоянии оплатить. Давай, давай, давай! Ах, Николашка! Ну, мой второй пилот, соскучился по деду-то, да? Да, очень. Ты же моя радость. Добрый вечер, папа. Ну, наконец-то! Доехали, слава богу. Антош, мы вас и не ждали уже. Привет, сестренка. Ну, я же написал, что можете начинать без нас. Закончить тоже? Извините, это из-за меня там. Папа, Катя. Это моя Женя. Женя, очень приятно. Рад с вами познакомиться. Я тоже. Ну что, бегом к столу, а? Пойдем. Здрасте. Женечка, а вы что, мясо не едите? По религиозным соображениям или по медицинским? Кать. Такого, ну, просто интересуюсь. Денис, веди себя, пожалуйста, прилично за столом. Нет, вот интересно, действительно, почему? Вы знаете, у меня особо соображений нет никаких. Мне просто не нравится. Вот овощи я люблю. Да? И моя кожа, я люблю. Женя, Антон рассказывал, вы парикмахером работаете? Да. А вы с Антоном... В парикмахерской познакомились, да? Да. Нет. В смысле, мы встретились в самолете. Да, а познакомиться не успели. Да, уже познакомились в парикмахерской. Ну, понятно, Антон у нас известный авиатор. Понятно, почему вы не познакомились. Это правда, это про меня. Да-да-да. Спасибо. Да. То все в порядке? Да. Пап, я же забыл подарок в машине. А, точно. Я же, справишься? Да. Давай. Коля, и телефон мой с зарядки сними, хорошо? Это не Антоша, это Коля. Коля, дай, пожалуйста, папку телефона. Папа сейчас занят. Хорошо. В таком случае передай папе, что я сегодня закончу кое-какие свои дела, а завтра приеду к вам на праздник. Я же знаю, как для вас это важно. Все понял? Не важно. Коля, что не важно? Это важно. Ты нам не нужна, понятно? У нас и с Женей вообще... Ты дура, понятно? Случилось что? Да так. Один трудный ребенок. Ну и все? Да. Жень, поаккуратнее, поаккуратнее, они очень хрупкие. Да-да-да, вижу.
Нравится? Да, очень. Можно я поближе? Пожалуйста, пожалуйста. Папочка, помнишь, ты нам в детстве историю рассказывал про самолеты? Да, Ил-62М. Отличная детализация. Надписи, антенны. Да, детализация здесь абсолютная. У меня, кстати говоря, вот здесь есть такая маленькая лесенка-трап для экипажа. Да-да-да. Жалко, что шасси не убираются, а то был бы настоящий. Откуда, интересно, у вас такие познания? Вы что, тоже авиамоделизмом занимались, а? Почти. Дедуль! Так. Это интересно, что ж такое-то, а? Посмотрим, посмотрим. Ну, какая прелесть! Какой красавец! Ты посмотри, вы посмотрите. Это что ж ты сам смастерил? Ну, Женька помогал. Сам. Ну, угодил, внучок деда, угодил. Подарок. Я думал, после ужина подарки спасибо, дарить будем. Внучок. Уважил дедушку, уважил. Спасибо, спасибо. Какой красавец. Молодец, вот видишь. Ну, папа. С днем рождения. Не забыл все-таки, помнишь. Кстати говоря, Антон вот по этой самой книге читать учился по слогам. Ну, сначала я ему, конечно, сам вслух, а потом смотрю, старается с запинками, но читает. Где ты ходишь? Я, кстати, до сих пор по слогам читаю, если что. Да, первое издание, ты смотри. О, даже автограф самого Каверина. Спасибо, сынок, уважил. Спасибо. Любим тебя, дорогой. Надо же. Папочка, у нас тоже для тебя есть подарок. Спасибо. Поздравляем тебя с юбилеем. Здоровья спасибо, и долгих-долгих лет. Спасибо. Ну, часы, да еще такие дорогие. Зря, ребят. Ну, вот. Ну спасибо, конечно. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну, давайте-ка чай пить. Ну, вперед. Денис, может, хватит сладкого? Пап, Жень, а можно мне еще один кусочек? Да. Спасибо. Коль, возьми лучший апельсин. Он и вкусный, и полезный. С ребятами поделишься, вместе скушаете. На цитрусы у детей аллергия бывает. И... Все, ребята, знаете что? Идите-ка вы поиграйте. Я даже разрешаю в своем кабинете. А нам, взрослым, надо поговорить. Давайте. Иди, дура! Я первый. Сам дурак, я вообще маме нажалась, что ты... Почему делаете? Это же дедушкин самолет. Тебя забыли спросить, Маринка. Да нет же, ну ты не совсем понимаешь. То, что раньше выбрасывалось, теперь будет улавливаться и утилизироваться. Деньги на ветер. Не совсем. Скажи мне, друг мой, ты что-нибудь про экологические ГОСТы читал? Ну все, хватит, хватит. Хватит. Устроили тут, понимаешь, базар. Ну-ка, передай-ка мне рюмку. Передай, передай. Кать. Вы извините, Геннадий Борисович, просто, видимо, у нас разные видения дальнейшей концепции развития бизнеса. Лебедь, рак да щука. Да какой там лебедь да рак? Вы ж без меня тут все развалите, к чертовой матери. Просто, когда оставлю дела, хочется знать, что все вот это вот не накроется медным тазом. Вот это вот совершенно верно, совершенно верно. Для того, чтобы обеспечить плавный переход бизнеса, нужен план преемственности. Приемнички, я этот завод построил вот этими вот руками, без всяких планов. Руководителю нужна воля, смекалка и гибкость. А вы как два барана уперлись. Ну и на кого мне дела-то оставлять? Интересно. Ну ты вот, Антон, все прыгаешь, бегаешь, модернизируешь. И на мои деньги, между прочим. Ну, ты заработай и модернизируй. Пап, послушай, это долгосрочная инвестиция.
На старом оборудовании нового производства не наладить. Ты свою личную жизнь не можешь наладить, модернизатор. Извините, Женечка, это я не про вас. Ничего. Вам-то я как раз очень рад. Ваше здоровье. Пап, ну может хватит? Тебе нельзя пить. Я тебя забыл спросить. Дети. Что случилось? Это Коля разбил. Так мы ему говорили, что не надо трогать, а он все равно. Неправда. Такой же обулся, как Антон был в детстве. Так. Да, как же это так, Николаш? Это не я, честно, это они. Они все врут. Наши дети никогда не врут. Правда, Эдик? Дети вообще никогда не врут, они фантазируют. Ваши дети не исключение. Коль, ты разбил? Это не Коль. Я разбил. Не ты разбил. Я тебе верю. Да ладно, ну кто бы не разбил? Коль мне все равно новую модель сделал. Вот ее и поставим вместо этой, и все. Папочка, это не педагогично. Все, закончили споры и разошлись. Ребята, разошлись, разошлись. Ну, сестренка, каждый раз, когда ее семейство, встречаю обязательно какая-нибудь подлянка. Обязательно. Да ладно вам. Мне кажется, у вас скорее детские шалости. Неужели? Это вы просто провели с ними всего лишь один вечер, поэтому и оправдывайте. А я в этой лодке всю жизнь. Ну, не знаю. Мне кажется, вот как дети маленькие, когда соревнуются между собой, кто круче, вот у вас так же и такое соревнование с сестрой, вот с ее мужем. С Эдиком? Я никогда не соперничаю с тем, кто мне не конкурент. Ну, я думаю, он хороший специалист. Эдик? Да. Был обычным рядовым менеджером. Потом этого подставил, тому подмаслил. Выбился в какие-никакие начальники. Ну, а дальше начал ухлёстывать за Катей. Ну, а та в свое время сказала отцу, чтобы он сделал его замначальника. Вот и все. Жучара. Антон. Да что? Ну, правда, начальник нулевой. Я вас уверяю, через полгода, если, не дай бог, он станет кем-то в этой жизни, провалит все производство. Ну, ладно уж вам. Может, не провалит еще. Вы в любом случае не переживайте. Давайте мы с вами решим, как мы будем спать лучше, потому что я, честно говоря, не представляю. Да, черт, об этом я как-то даже не подумал. Не готов я сегодня к первой брачной ночи, если честно. Да, я уж точно не готова тоже. Так. Я могу спать на кресле. Для меня никаких проблем, я стюардесса все-таки, поэтому... Так, знаете что, моя избранница на кресле спать не будет. Вы думаете, вы одна, кому приходится спать на работе? Вуаля! Простите, можно я? А, да, простите. Простите. Жень, и по поводу избранницы я, конечно же... Да, я понимаю. Шутка была. Одну секундочку. Так. У вас там все хорошо? Все. Все? Ага. Я тогда выключу свет. Давайте, да. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи.
Симпатяга, да? Да. Упитанный такой. Да, никогда не мог устоять перед маминой кухней. Ну, смотрю, в студенческие годы вы прошли форму. Маму уже не перекармливала? Маму-то не было. Ну, мне лет было 10, наверное, когда она тяжело заболела. Простите. Да нет, нет, все в порядке. Правда. Я помню, бывало, поссоримся с сестрой насмерть. А вот мама зовет к столу, и мы снова большая, дружная семья. Папа, по-моему, так и не смог восстановиться после ее смерти, отстранился. И кольцо до сих пор носит. Он всегда хотел, чтобы у меня была такая же идеальная девушка, какой он видел маму, но у меня все как-то не ладилось. Да, Володя. Геннадий Борисович просил передать, что гости скоро подъедут, и семья должна быть в сборе. Хорошо. Так. Ну что, по-моему, нам пора. Да. Непременно отметим. Извините. Ваня! Здорово, здорово! Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, это Женя. Здравствуйте. Очень приятно. Алиса, перестань. Что? Ой, Денис! Держи. Спасибо. Прекрасная Анна. Ну, привет. Леночка, милая, ну, с днем рождения тебя. Куда я тебя поцелую-то? Спасибо. Посмотри, какой дедушка красивый. Пир на весь мир. А что? Одно не пойму. Ну? Так много цветов, так много. А ты до сих пор жив. Ой, ты что, Ваня? Ты что? А ты что, не знал, что мы мои похороны репетируем, а? Да ты что? Ой, пожилые мужики, а такие шутки. Аня, старые дураки, они самые крепкие дураки. Анечка, ты знаешь почему? Нет. Потому что у них очень опыт богатый. Спасибо. Это дядя Женя. Ты просто маленький был, не помнишь? А, дядя Женя? Ну да. Антон, давайте я вам закуски принесу какие-нибудь пока. А вы не боитесь? Нет. Хорошо. Я быстро. Мы, если что, здесь. Ладно. Все, я вас сейчас со своими внуками познакомлю. Давай. Коля, ну давай, иди сюда. Ой, иди сюда. Это внук такой. А ну-ка, познакомься. Здрасте. Это мой самый старый друг, дядя Ваня. Дядя Ваня, да. Ну? Ты у него с детства тоже любимчиком был. Любимчиком? Ты серьезно? Да я одувался за двоих, а на тебя даже не прикрикнули ни разу. Это потому, что ему безразлично было, что я есть, что меня нет. И детей моих он вам тоже не любит. Кать, ну что ты такое говоришь? Иди ко мне. Ты, Антоша, мне лучше не мешай. И семье моей тоже не мешай. Бизнес все равно к нам перейдет, к Эдуарду. Тебе и так все с детства легко давалось. А мы это заслужили. Так что ни сын твой, ни баба твоя тебе не помогут. Понял? Иван Анатольевич, Анна Ивановна, как я рада вас видеть! Какая вы красавица! Успенская, улица Вишневая, 15. Ага. Скоренько, я уже опаздываю. Без проблем. Ребят, чего тебе? Может, мир? В шахматы поиграем. Иди с тетей Женей поиграй. Да, который у тебя так защищен. Бедный, маленький, маленький. И вообще, нам мама сказала, что ее здесь скоро не будет, потому что твой папа ее бросит. Угу, не привыкай. Добрый день.
Постойте. Я знаю, куда спасибо. Подождите, пожалуйста. Могу я взглянуть на ваше приглашение? Я девушка Антона Геннадьевича. Или ему тоже нужно приглашение? Вот и я так думаю. Пожалуйста, поставьте в мою комнату, а я к гостям. Стоит, оплатишь? Извините, пожалуйста. Пойдем. Послушай, я дам тебе все, что ты захочешь, только прошу, уезжай. Да? Что-то в прошлый раз ты не сильно делал, что я захочу. Прости, я знаю, я был груб. Я очень сожалею об этом. Антош, ты не умеешь сожалеть. Сейчас научишься. Где твоя Женька? Евгения! Что же вы там спрятались? Идите к нам! Расскажите всем, как это легко и быстро разрушить чужую семью. Так. Ну и что у вас тут происходит, а? Здрасте, девушка. Здравствуйте, Геннадий Борисович. Вы не представитесь? Конечно. Меня зовут Илона. Дело в том, что я невеста Антона. Я думаю, что он наверняка вам обо мне рассказывал. Правда, милый? Быстро ко мне в кабинет. Пойдем, внучок. Поможешь деду. Пойдем, пойдем. Здрасте. Заходи. Прошу, прошу, прошу. Рассказывайте, рассказывайте. Что вы тут устроили? А? Пап, послушай, все, что происходит, это... Геннадий Борисович. Стоп, стоп. Коля, ты эту девушку знаешь? Да, знаю. Ну, конечно, знает. Молодец. Хороший мой. Давно у нас было, даже я. На меня кричала... На папу грубила постоянно. Он ее выгнал. Ну, а как ты с Женей общался? Женя мой лучший друг. И вообще, папа ей недавно кольцо подарил. И скоро они родят мне братика и сестренку и поженятся. А еще они подарят мне собаку. О, интересно. Это что, правда? А? Ну, вообще, о собаке уговора не было, Коля. Да, знаете, пошли вы все. Да. Манера. Ну что, детишки, спасибо вам за подарок к юбилею. Привет. Здрасте. Можно тебя на минутку? Антон, подожди. Минуточку внимания, дорогие друзья. Я, во-первых, прошу простить за этот... Небольшой инцидент. Ну, девушка ошиблась адресом. Бывает. Но дело не в этом. У меня новость посерьезнее. Мой сын, Антон, женится. И я по этому поводу хочу произнести тост. Здесь вот мои друзья многолетние, которые собрались сегодня, знают, что в жизни у меня бывали разные моменты.
Мог и банкротом тысячу раз стать, и конкуренты могли сожрать. Ну, вроде ничего, выжил. Да, но вот испугался я, честно говоря, в жизни всего один раз. Когда понял, что оставшиеся годы надо прожить одному, без жены. А моим детям без матери. Ну, не знал, справлюсь ли с ролью отца-одиночки. Ген, ты справился. Ну, вроде справился, да. Годы прошли, жизнь сложилась. Ну, ладно. Самое главное, что сегодня, как мне кажется, мой сын, Антон, нашел достойную спутницу жизни, которая впоследствии сможет стать матерью для моего любимого внука. Женечка, за вас. Ура! Сын, я тебя люблю! До дна! Папа, тебе нельзя пить, врачи запретили. Сегодня все можно, понял? Вот так. Иди сюда. Подойди, пожалуйста. Поздравляем. Спасибо. Идем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ты чего? Какая, блин, свадьба? Жень, я разберусь, ну, просто дай мне немного времени, хорошо? Сколько времени? Нам сейчас вообще нельзя ждать. Чем дольше мы ждем, тем хуже. Мы теперь только на «ты», как раз к свадьбе. Антон, это не смешно. Мы правда должны срочно сказать Геннадию Борисовичу, Жень, как можно, да, раньше. Жень, ты права, это не смешно, просто дай мне немного времени обдумать все это, и я приму решение. Пожалуйста, скажи ему, ладно? Я приехала, думаю, помиримся прямо здесь. Он оценит, как я хорошо поступила. Мы вместе с ним всю Европу объездили, смотри. Да, в Вене были. Красиво. Вот это в Праге. Красиво. Да, мы эту кофту там покупали, специально, чтобы я в ней сюда пошла. Так. Да, а потом появился ты, Женя. Смотри, вот их. Вот, Антон сфотографировал. Так, подожди. И что? Любимая няня. Она когда только появилась, я сразу поняла, что она не просто так. Я Антону это сказала, а Антон меня даже не услышал. Подожди, давно у них роман? Кать, какой роман? Она появилась неделю назад, он ее нянил с Колей сидеть. Она няня наша, няня, понимаешь? А вот так вот? Катя, я невеста Антона. Он хотел меня с вами знакомить, с Геннадием Борисовичем, про дом мне рассказывал, понимаешь? Чтобы я понравилась, чтобы ему все было это так важно. Я и приехала, чтобы его выручить, чтобы его не оставлять в этой ситуации. А он меня бросил, еще и унизил при всех. Даже адрес знала, понимаешь? Потому что я знала, куда мы едем. Ты хочешь так это просто все оставить? А что ты думаешь, мне стоит бороться за свое счастье? Ну, счастье это, конечно, сомнительное. Ну, вот отомстить, я думаю, можно. Так, изощренно, продуманно. А как? А мы что-нибудь придумаем. Девушки, обратно. Ну что, мы договорились? Договорились. Тогда на связи. Володь, а тебе чего? Проследил, чтобы дама покинула территорию, как Геннадий Борисович сказал. А я, значит, не могу проследить? Да, Антон Геннадьевич, конечно, человек горячий, эмоциональный, но инициативный. Вот это точно. Я вот помню, это давно было. Антошке было тогда лет 5. Сидим дома, смотрим телевизор. Ну, сидим, молча смотрим. Он вдруг ни с того ни с сего. Дурацкая реклама. Мы сидим, молчим.
Смотрим дальше. Он опять. Дурацкая реклама. Мы говорим, Антош, ну действительно дурацкая. Ну и что? Он говорит, вот это я как раз и хотел от вас услышать. И дальше сидит с такой гордый и смотрит. Вот это вот демидовский характер, понимаешь. Вот в лепешку расшибется, но вот свое мнение продавит. Давайте уже тогда в маркетинге понимал. Давайте, Жень, за это выпьем. Давай. Жень, давай к нам. Не-не, я встаю. Пап, ну тебе нельзя, правда. Заботливый ты мой. Ты что думаешь, я вот от одной рюмки сломаюсь, что ли? Эдик, вот по-твоему, как я сломаюсь от одной рюмки? Какой там, Геннадий Борисович? Ну вот, твой батище, ого-го, понял? Кстати, насчет свадьбы. Пить будем только наши напитки. У меня там несколько ящиков припрят на берегу для особых случаев. Пап, и по поводу свадьбы... Чего? Ну, давай продолжай, что? Чего? Слушай, ты извини, что мы так поздно тебе сообщили. Мы реально хотели сюрпризом это сделать. Ну, очень хорошо. Сделали сюрприз. Давайте за это выпьем. Давайте, давайте выпьем. Давайте, давайте, наконец. Ну. Давайте. Я договор выполнила, я все сделала. Насчет никакой свадьбы мы с вами не договаривались. Извини, пожалуйста. И вообще, мне очень жаль, что я в это все ввязалась. Я полная дура. Жень, ну это... Жень, ну не я придумал со свадьбой, это Коля. И потом, ты его не остановила? Я его не остановила. Это ты должен был его остановить, ты его отец. И ты затеял всю эту комедию. Мне просто противно, Антон. Вся ваша семья ведет себя, как в погорелом театре. Все притворяются, все что-то играют. Это просто противно. Ну, Жень, ну что я мог сделать? Что? Ну, признаться, например. Ну, испугался, замялся, ну... Ты представляешь, что иначе произошло с отцом, если бы я это сказал? Причем здесь твой отец? Не надо сейчас говорить про отца. Ты это делаешь исключительно из-за своей карьеры. Женя, сейчас ты не права. Не права. Сиди здесь, я сам схожу. Куда? К отцу, все ему расскажу. Алло. Алло. Вишневая, 15. Кажется, инфа. Поднимите ноги. Держи скорей. Папа! Давай, папа! Черт, боже, у меня бабушка. Как же так? Алло?